Знакомьтесь, Ирина С. Зимакова, эксперт в финансовой сфере, энтузиаст блокчейн и финтеха. Она получила образование в нескольких институтах. Среди них Университет прикладных наук в Лейдене, Массачусетский технологический институт и Университет Никосии. Ирина начала профессиональную деятельность стажером-помощником по маркетингу финансовой компании KEGA Group. Сфера ее профессиональных интересов и далее была связана с отраслью финансов и банковским делом. Сейчас Ирина является соучредителем, главным операционным директором Международной федерации блокчейн и Международной федерации финтех, президентом и послом в цифровом агентстве Digital Embassy.